Норильский никель прибыл в Екатеринбург далеко не в оптимальном составе. Практически все лидеры остались в Москве по причинам, которые знает только Валерий Чугайнов. Вы знаете, когда футболисты думают не о футболе, а о других вещах, брать их на игру смысла нету. Вот когда они начнут думать в первую очередь о футболе, а не заниматься какими-то подковерными играми, тогда будем работать, будем разговаривать. На сегодняшний день они не готовы играть в Суперлиге. Вчерашние дублеры Норильского никеля пытались противостоять Синари, насколько это было возможным, но уже к исходу первого тайма никелированная молодежь залезла в минус 3. Подопечные Вадима Яшина, заряженные позитивом после победы в ответном полуфинальном матче Кубка России над «Динамо», доминировали на протяжении всего матча. Уже на 8-й минуте цели достиг дальний выстрел Николая Шестерова. А еще через 5 минут хозяева воспользовались грубейшей ошибкой защитника Норникеля в своей штрафной, и Зайков в упор расстрелял Гериша. Под занавес первой половины Шестеров оформил дубль, уверенно реализовав 10-метровый. За 15 минут второго тайма Синара забила еще трижды. Зайков, не отставая от Шестерова, записал в свой актив второй мяч в этой встрече. Затем отличился лучший бомбардир высшей лиги прошлого сезона Денис Аширов. Венцом голевой феерии стал шикарный гол Сергея Абрамова. Предупреждали, что игра будет очень тяжелая, да, у соперника там, может быть, кого-то нет сегодня из лидеров. Но придут другие ребята, у Норильска, в принципе, хороший дубль. Ребята будут стараться, и игра будет очень сложная. Нам повезло, что мы реализовали несколько стандартов в начале матча, и, как вы сказал, коллега, это, в принципе, предопределило результат. Синара остановилась на цифре 6, а Норильский никель все-таки смог избежать разгромного поражения. Кузнецов один мяч отыграл, когда Зуева на последнем рубеже обороны сменил Дедов. Король наказал хозяев за 6-й фол, а последним автором забитого мяча в этом матче стал капитан Норильского никеля Иванченков. У нас хорошая атмосфера в команде, и просто, ну, мы давно много проигрывали, а тут вроде выигрываем. Не хотим сглазить, но нам это нравится, и пусть будет так. Синара не отстает один, и уже в следующем туре императорский спортивный клуб и коллектив Вадима Яшина разберутся между собой в Екатеринбурге. Норильский никель по-прежнему не потерял шансов побороться за зону плей-офф. Но очки команде Валерия Чугайнова нужны, как китайцам рис. Денис Харин, специально для Ассоциации мини-футбола России, Екатеринбург.